Ассаляму алейкум ва рахматуллах, уважаемые братья и сестры. Часто задают вопрос, как прожить семейную жизнь без ссор и конфликтов. Сегодня хочу ответить на этот вопрос раз и навсегда. Ответ заключается в следующей истории. Кто поймет, тот поймет. Однажды спросили у старца, как ты прожил со своей женой долгую жизнь без ссор и конфликтов. И он отвечает. Все просто, мы договорились в начале семейной жизни, если она увидит, что я рассержен, она уходит на кухню и ждет, пока я не успокоюсь. А если я обнаружу, что она рассержена, то я ухожу в сад и жду, пока она не успокоится. И вот уже 50 лет я живу в саду.